Теперь за месячный проездной билет на автобус или троллейбус граждане выложат из своих кошельков 180 рублей, за совмещенный – 300. Студентам сей документ обойдется в 90 рублей, школьникам – 60. Такой вот предновогодний подарок приготовили нам. Но кто же? Администрация города по финансированию. Нам должна была более 3 миллионов вот до конца года, да, выплатить денег. Но таких денег у нее нет. Это связано с тем, что повысилась стоимость бензина, и те деньги, в принципе, которые должны были нам перечислить администрация, они перечислили автоколонии. Но получается так, что свои обязанности по содержанию общественного транспорта Петрозаводская мэрия, по сути дела, возложила на горожан. Это они теперь из своих денег будут финансировать его. А с транспортными предприятиями администрация города решать проблемы отказывается. Говорят, нет денег, все, нет вопросов. Нет денег. Вот нам 6800 должны были дать, 6800, дали 3200, по-моему, так. И вот где-то 3600. 3500 что-то осталось, вот все, нет денег. Средства, полученные за проездные билеты, конечно же, помогут продержаться автобусникам и троллейбусникам какое-то время. Но почему за наш счет? В Мурманске, например, дотации на троллейбусный транспорт составляют 15 миллионов рублей и полностью выплачиваются. И окупается это сторицей. У них интервал движения троллейбусов 2-3 минуты. И они собирают при выпуске машин 100 машин на линии, они собирают в месяц порядка 8 миллионов. А мы собираем чуть не в половину меньше. Но мы, вот уж действительно, к сожалению, не мурманчане. И поэтому покупать проездные теперь будем меньше. И наши кондукторы будут теперь более внимательны и злы. Им придется делать свою выручку больше. Прибыли от этого повышения цен особо ждать не приходится. Все, что можно, наши кондукторы будут собирать в салоне. Все, что можно. Хотя сказать, что все платят за проезд, мы так сказать не можем. Троллейбусы переполнены, подвижного состава не хватает. Сейчас уже начали обозначиваться часы пик. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Эту крылатую фразу бывшего российского премьера можно поставить девизом к очередной бессмысленной акции городской администрации. Одно утешает. Пока проезд по разовым билетам остается на прежнем уровне. И есть шанс сэкономить деньги, оплачивая каждый раз свою поездку мелочью. Но надолго ли нам такое счастье?